Всем привет, друзья! Привет из Анапы! Сегодня у нас 7 мая. Я все продолжаю идти домой, переделав свои дела. Карантин у нас продлили. Я нахожусь в районе Восточного рынка. В одном из видео я вам показывала, что рынок уже наш не работает. Кто куда переехал. Ой, какие красивые кустарники, метелочки. Смотрите, на этой же улице с правой стороны есть рынок. Он называется Фермерский. Туда переехали часть Восточного рынка и часть привоза. Ну, вот тут вот висит вывеска, что на улицу Северную 1Б в основном переехали продавцы, которые торговали. Я сейчас продолжаю свой путь на рынок Фермерский, но он, кажется, закрытый. Но я хотела подойти на официальный ряд. Это находится вот с той стороны. Сейчас я пройду туда и посмотрю, там рассаду продают. Там в основном дедушки, бабушки продают рассаду, цветочки. А вот в этой части меня интересовала рыба. Сейчас здесь остался один единственный. Вот оно. Бутик, где продают свеженькую рыбу. А еще продавали всегда вот здесь. Вот, ну вот кто живет в Анапе, кто смотрит мои видео, всегда тут написано было «живая рыба». И эту рыбу мы охотно покупали. Вот. И сейчас посмотрим, какие цены, что у нас тут есть. Так, пеленгасик 150. Бобырь. Вот. Мне килограммчик, пожалуйста, сделай. Бобыря. Ставритка. Ой, какая маленькая. Такая выловилась. Угу. Так, а хамса свежая? Да, это утренний улов. Да, и хамсу килограммчик. Пошел дождь. Через дорогу рынок Фермерский. Тут что у нас? Вот